Химкинская прокуратура сообщает, если вы обратились в государственные органы, но в течение 30 дней не получили полноценного ответа, это нарушение федерального закона. Жалобу можно подать в прокуратуру как на личном приеме, так и через ящик приема писем и даже по электронной почте. Сотрудники Химкинской городской прокуратуры регулярно проводят проверку о соблюдении законодательства, о порядке рассмотрения обращения граждан. В ходе проверки установлено, что заявитель обратился в государственную жилищную инспекцию по вопросу ЖКХ. Установлено было, что уполномоченным органом дал ответ заявителю в нарушении 30-дневного срока. По данному факту городской прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, судом назначен штраф и внесено представление об устранении нарушений. Ежедневно в Химкинскую городскую прокуратуру поступает несколько десятков обращений от жителей. Темы различные: нарушения социального, трудового законодательства, нарушения прав несовершеннолетних, вопросы ЖКХ. Вопросы рассматриваются в установленном порядке.